Инклюзивное пространство – практические шаги. 9 августа Кабмин Украины принял постановление о внесении изменений в организацию инклюзивного обучения, которое облегчает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. А сегодня в Запорожье обсуждают перспективы развития данной отрасли в Украине с привлечением международного опыта. Тренинг для тренеров-практиков из 5 областей Украины проводят на базе 2 вузов. Запорожская область была одной из первых включена в эксперимент по внедрению инклюзивного образования. Теперь ее опыт, считают, может пригодиться тем, кто только входит в процесс, еще 4 областям. Запорізька область набирає оборотні. Ми вже сьогодні готові попередньо 117 шкіл приймати дітей з особливими освітніми потребами. Тобто ми вже виросли майже 5-6 раз. Більше 200 дітей з особливими потребами йдуть в інклюзивні класи в цьому році. Ми вже закупили 8 підйомників для дітей на візках. Добудовується архітектурна доступність. Совместное образование для детей с особыми потребностями и всех остальных внедряется как часть международных обязательств Украины. С урахуванням того, що це пріоритет є національний, в цьому році виявили бажання до експерименту долучитися ще 4 області – Житомирська, Чернігівська, Дніпропетровська і Хмельницька. І сьогодні ми зібрались тут, аби дати певні орієнтири впровадження в своїх областях інклюзивної освіти, якби практичні такі кроки, з чого починати саме для представників цих регіонів. В семинаре принимают участие и специалисты из Молдовы. Там стратегия развития инклюзивного образования принята была еще в 2011 году. Мы тоже недавно вроде бы начали этот процесс, но идем такими темпами, усиленными темпами, и кое-что удается. Обмениваясь даже и вчера, и на протяжении последних месяцев с коллегами Украины, мы поняли, что у Украины тоже хорошие начинания, есть чему учиться. Даже вот в тех документах, которые уже приняты на уровне государства в Украине, бывают лучшие моменты, чем мы. Полученные в ходе тренинга практические наработки предстоит передать непосредственно тем, кто будет внедрять инклюзивное образование на местах – учителям и руководителям школ. Таким образом, рассчитывают, для детей с особыми потребностями появится больше перспектив в будущем.